Энтузиастов 25/1. Девятиэтажный панельный дом 1966 года постройки. В здании есть 4 парадных, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии, оснащены домофонами. Есть скамейки. Окрестности тихие. Во дворе имеется большая детская площадка, а также площадка для парковки автомобилей. Рядом находится школа. Неподалеку есть мини-маркет и аптека. Проходит Русановский канал. Общее состояние дома удовлетворительное.